Всем привет! Вы в Российском технологическом университете РТУ МИРА, в Институте искусственного интеллекта. И сегодня мы с вами поговорим про направление подготовки бакалавров 150304 «Автоматизация технологических процессов и производств. Профиль цифровое производство». Профиль осуществляет упор на обучение работы с реальным оборудованием и его применение в рамках совершенствования автоматизации производств, являющихся не только промышленными. Преподаватели и партнеры профиля «Цифровое производство» подготавливают специалистов, способных предложить новые подходы к автоматизации технологических процессов и производств, которые должны соответствовать современным требованиям качества и эффективности. В процессе обучения студенты получают навыки программирования, схемотехники, электротехники, анализа и планирования производства, работы с промышленными контроллерами и станками машинами. В период обучения студенты знакомятся со следующими языками программирования – Python, C++, C#. Студенты сталкиваются с измерительными устройствами и приборами, с технологиями интернет-вещей, с цифровыми двойниками, моделированием производства, киберфизическими системами, промышленными контроллерами. Профильные дисциплины по направлению 150304 – автоматизация технологических процессов и производств. Выпускники направления 150304 «Автоматизация технологических процессов и производств» имеют практические навыки для работы с производствами и технологическими системами, умеют организовывать и выстраивать производство, оптимизировать его, без труда анализировать предметные области и находить программные и технические решения по установленным задачам. В рамках практических занятий студенты работают с отечественным и зарубежным программным обеспечением, а также со станками. На предприятиях-партнерах в рамках прохождения практик происходит знакомство с использованием в жизни оборудования. Выпускники направления 150304 «Автоматизация технологических процессов и производств» профиля «Цифровое производство» трудоустраиваются без сложности на множество различных профессий, должностей производственных предприятий и фирм-интеграторов.